Приморском крае продолжают идти дожди. В некоторых муниципалитетах сильные. Самая сложная обстановка остается в Ольгинском округе. Здесь затруднен проезд на дорогах из-за переливов, подмыты трассы и мосты. Сопки набрали воды, и в результате в ночь на 17 июля в селе Тимофеевка сошел сель. Он унес жизнь 2-летнего ребенка. Семья лишилась крова. На место происшествия срочно выехал губернатор края Олег Кожемяка и спасатели. Здесь работают спасатели. Надо сказать, к чести спасателей, с Ольги, они прибыли буквально через 15-20 минут. В 5 утра уже подъехали и спасатели из Владивостока. Утром найдено было тело ребенка. Вот, и сейчас главная задача стоит с тем, чтобы здесь жителям, тем, которые угрожают дома, мы предоставим пункт временного размещения в Ольге. Ну и нужно продолжать заниматься здесь восстановлением энергоснабжения. Сейчас будет организован подвоз всего необходимого и газовых баллонов для того, чтобы люди могли организовать питание, подвоз хлеба, питьевой воды. Олег Кожемяка подчеркнул, что всем пострадавшим от схода селя будет оказана необходимая помощь. Администрация Ольгинского района предоставит жилье для семей, у которых пострадали дома. Здесь тот дом, который полностью смыт и частично пострадавший, а также будет выплачена компенсация. Анна Дьякова, новости на Восьмом.